Важнее всего погода в доме. А вот для жителей одного из домов по проспекту Нуркена-Абдирова осадки в квартире – дело привычное. С протекающей крышей жильцы многоэтажки борются уже несколько лет. Пока коммунальные службы бездействуют, жители девятиэтажки боятся и вовсе остаться без крыши над головой. Подробнее в репортаже Аиды Ибраевой. Вот уже 4 года пенсионерка Гульсум Жунусова не может спокойно жить в собственной квартире. Недавно сделанный ремонт уже не выглядит свежим. Потолки залиты водой, по всей квартире расставлены ведра и тазики. Все это стало причиной того, что в доме завелись насекомые. Это мы за свой счет делали, сами жильцы собирали. Где-то около 300 тысяч нам обошлось, мы сделали ремонт. Теперь где-то уже видно, на 5 прохудилась там крыша, все. И начинает снова капать. Вот уже с полтора года уже начинается снова. В КСК ходила несколько раз, они: мы сделаем, то мы это сделаем, бесконечные, значит, отговорки, бесконечные обещания. Сильный и продолжительный снегопад в Караганде за последние 5 дней обернулся для хозяйки квартиры сплошной головной болью. Крыша течет и у соседей, и так на протяжении нескольких лет. По словам Жунусовой, ремонт проводился. Чтобы залатать кровлю, жильцы дома сами собирали средства. Хоть в доме и есть КСК, свои обязанности оно выполняет едва ли. Каждый раз, когда я звоню в КСК, она говорит: сделаем, Гульсум Жакенна, вам все сделаем. Вот, пожалуйста, так вот делают. Я 2 года не поднималась на крышу. Вчера, когда я поднялась на крышу, я пришла в ужас. Ужас от такого состояния крыши, чердака. Как они там работают, слесаря, как они там, что они там делают, все там остается, все это захламляется, ничего не убирается. Кто это должен делать? Обшарпанные стены, мусор и хлам. После пожара, произошедшего на крыше дома, создается ощущение, что коммунальные услуги и вовсе решили оставить дом без присмотра. И это при том, что оплата услуг КСК проводится своевременно и регулярно. И каждый раз, как какая-то авария, все, значит, все здесь хламируется, хламуется, все захламывается и захламывается. Туда пройти невозможно, там можно переломать ноги, там вот небольшой где чердак. Посмотрите здесь вот, что делается. Все облупляется, все облупляется, да? Все сыпется, все лезет. И здесь вот и как раз заводятся все эти нечисти. Из-за сырости на крыше в квартиры проникают насекомые, мокрицы. Здесь проживают дети, и такая антисанитария может привести к различным заболеваниям. Гульсум Жакеновна уже не знает, как бороться с такой халатностью ответственных органов. Аида Ибраева, Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский.